Так, крыло у нас для теста было, то есть было загрунтовано, потом заклеено, покрылось черной базой, высушили, потом покрыли все серебром. Сейчас будем покрывать кэнди и посмотрим, какой результат будет. Серебро у нас крупное зерно. Покажи, Дим, какое крупное. Будет видно, нет? О, какое крупное. Сейчас будем покрывать кэнди. Так, все, булыжим кэнди. Это у нас биндер. Такой биндер. Так. Все, поперло кэнди. Такое вот. Кэнди. Так. Сейчас. Это не показываем. Да, густая гримаса. Густая. Вообще. Это подожди. Так, два слоя. Третий слой, да? Угу. Четвертый слой. Очень насыщенный цвет стал. Лаком. Ну а что из этого получилось? Посмотрим завтра на солнышке. На солнышке. А. Такой был цвет.
На тот туман от лака. А такой теперь станет. Ну вот он результат на солнышке сегодня. Переменная облачность у нас, но солнышко можно найти иногда на наш канди. Это у нас получается 4 слоя базы. Будем экспериментировать, как будет красивее. Сделаем и пожиже, и пятый слой сделаем. Но камера не передает всей красоты. Поэтому так вот она граница. Граница. Где тут ничего? Я не вижу из-за солнца, что снимаю. Надеюсь. Ага, резкость вот сейчас поймал. Так что, друзья, вот такой результат пока на данный момент.